всем гостям и зрителям моего канала большой привет. Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. И сегодня я продолжаю серию видео «Мои коллекция моих ароматов». Если вам интересен формат такого видео, то оставайтесь со мной. Еще раз уточню, повторю, скажу. Я рассказываю только о моих ощущениях, о моей истории, о моей жизни с моими ароматами. И не стоит углубляться, не стоит копировать эти ассоциации с моего видео. Попробуйте, испытайте, почувствуйте, так как мы все индивидуальны, и для каждого аромат раскрывается по-своему. А сегодня принцессой, или как бы сказать, королевой, главным героем этого видео становится аромат Aqua di Gioia. Я произношу по-французски от Giorgio Armani. Аромат Aqua di Gioia Essenza очень известный аромат. Он был выпущен в 2011 году. Это аромат для женщины, который принадлежит группе ароматов цветочных, водяные. И верхние ноты – это амальфитанский лимон, еще раз повторяюсь, это такой большой лимон, немножко продолговатый. Такое у него необычное название. Розовый перец, мята. Нота сердца – это мой любимый жасмин. Я обожаю жасмин, жасминовый чай. И не перестану повторять это. Ноты базы – это кедр и сахар. Вот именно эти базы, ноты базы, которые мне запомнились и которые я хочу вам повторить. Естественно, есть еще какие-то ингредиенты, незнакомые мне названия. И я даже не буду их повторять, потому что я не знаю, что это такое. Но вот кедр и сахар – это знакомый всем, это близкий всем ингредиент, элемент в кулинарии, в природе. И именно он чувствуется для меня вот в этом аромате. У меня бутылочка 50 миллилитров, это туалетная вода. Вы знаете, как со всеми ароматами, с этим ароматом у меня связана своя история, и вам я сейчас ее поведаю. Для меня этот аромат дорог, потому что был куплен он во Флоренции во время нашего путешествия, свадебного путешествия. Именно в этот период мы были во Флоренции. Это был июнь, так как свадьба у нас была 1 июня. И через несколько дней мы полетели во Флоренцию. Этот город я посетила уже не в первый раз, во второй. Это один из моих любимейших городов. И именно там, в парфюмерном магазине, в большом центре, в центре города, были выставлен на подиум этот аромат. Я не могла пройти мимо него. Уже как бы слышала и знала его давно, но в другой версии. А вот эта версия Essenza для меня была находкой. Она свежая, да, как и первый аромат. Но что-то есть в ней такое терпкое, мокрое, соленое и сахарное. Вы знаете, это как буря эмоций, это как свежий дождь. И это как бриз, вот на море. Это не Каны, нет. Это не спокойное море, не пляжное море, а именно вот такое море, которое волнует, которое бьется о камни. Прибой. Шторм,
который окутывает вас и мочит вам волосы, и вы выходите оттуда свежая и такая обновленная. И вы знаете, вот для меня этот аромат как будто окунуться в новую жизнь, замужнюю жизнь. Но эта замужняя жизнь, она не удушающая. То есть для многих пишут, что этот аромат, он для них удушающий. Для меня нет. Потому что для меня второй брак и замужняя жизнь – это был глоток чего-то свежего, свежей воды, свежей надежды. Для меня этот аромат именно такой. Это аромат очень стойкий. То есть вы можете нанести его утром, и к вечеру еще будет за вами идти такой шлейф. Но шлейф для меня он дождливый, осенний, свежий. Вот именно ноты мяты, ноты жасмина, они как-то придают такую свежесть и прозрачность воды. Вы знаете, ну посмотрите просто на этот флакон. Он сделан как будто наполовину из зеркала, а наполовину прозрачный. Ну, для меня это очень красивый флакон, вот такой шедевр, в котором отражается твоя жизнь, отражаются твои чувства и твои мысли. Этот аромат действительно особенный, запоминающийся и ни с чем не сравнимый. Ну, по крайней мере, у меня в коллекции нет ничего такого. И он останется навсегда в моей коллекции, потому что это любовь, это свежесть, это первые месяцы счастливого брака. Это мой суженый, это Флоренция. Жар, свежесть и счастье. Счастье, когда вы понимаете, что жизнь продолжается, и вас что-то ждет новое, неповторимое впереди. Я всем желаю почувствовать этот аромат. Для каждого он откроется по-своему, я еще раз это повторяю. Но не поленитесь, сходите. Если еще он есть на прилавках, если его можно достать, то попробуйте. Для кого-то он удушающий, для кого-то он пахнет огурцами, что меня приводит просто, ну, улыбка на лице возникает. Нет, все-таки это что-то более особенное. Я всем желаю хорошего дня, приятного вечера и замечательных ароматов вашей коллекции. А с вами была ваша Светлана Франция. Всем счастливо, всем пока. Off with the Joya, and now Essenza, the new sensual fragrance, Giorgio Armani.